Друзья, как и говорил, я продолжаю снимать серию видео по работе на Макиваре. Сейчас как раз отправляюсь снимать очередной видеоподкаст. Урок, который будет обязательно в рассылке. Ссылка на рассылки тоже будет обязательно. Сегодня будет тема по закрытому кулаку, но ударной поверхности отличные от сэкен. То есть будет разбираться тэцуй и уракен. Хорошая, интересная тема. На макиваре немногие знают, как правильно работать эту тему. Прям реально. Я попробую сегодня все разжевать досконально. Встречи.